Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, ребята, и продолжаем проходить с вами подземная корпорация. Ну что, на чем мы остановились-то, а? Так, крутанем. И что нам выпадет? Ага, действует множитель золота на 2 часа. Отлично, меня это устраивает. 4х множитель никогда лишним не бывает. О, летающие мышки. Шикарно. Так. Посмотри видео и получи супер усиление. Ну что ж, давай посмотрим. Отлично, получили супер усиление. Правда, я его не заметил. Но зато мы здесь что? Шикарное предложение. Нет, спасибо, я не хочу донатить. Лесной форт, у меня все нормально. А это у нас рейды, да, значит? Что ты там загнусавил? Так, категории выплаты. Лучшие менеджеры, елки ты палки. Да, интересно, а я, наверное, плохой пока еще менеджер. Ну, я думаю, что я, наверное, их догоню скоро. Так. Ага, давайте автовыбор. И готовченко. Готовимся к рейдовому захвату. Самое то, что надо. Погнали, ребята. Так, бабка пошла. Следующий у меня кто? Ага, размазня. Так, ну как это выглядит у нас? Так, сундучок мы нагрели, замечательно. Давай, бабка на бабку, оп. Блин, моя сейчас лежит. А нет, не тут-то было. Все-таки амбальчик ее закрошил, а это что такое? Такого я еще не видел, скелетика. Так, ключи под ним. Ой-ой-ой, сейчас нас встретит отпор. На-ка. Ну, бабка, молодчага сделала его. Ух. Прошли, ребята, мы прошли вражеское подземелье. Нахапали ключей. Только вот куда их тратить и как? А, вот оно что значит, да? Нужно 16, 50 ключей, а у меня пока 16. А здесь тоже 50. Тут, значит, нападение и оборона. Если я буду обороняться, соответственно, мне будут падать ключи. И когда я нападаю, тоже падают. Ясно? Все предельно ясно, ребята. Так, ага, бабка у меня на больничном. Ну-ка, что тут у нас дали-то? Это целенький. Так, да, бабка все-таки в корзине валяется. Но мышки, видите... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это что такое? Какого лешего конница тут делает? Ой, размазня, я за тебя переживаю. Все, ты, по-моему, размазалась. Да... И бабка, давай-ка так сделаем. Ядрить ее на корень. Бабуля, давай, не подведи, не подведи. Как тебя быстро свалили, а? Черт подери, ну. Давай, сундучок, ларец там. Как тебя звать-то, величать? Ой, тоже упал. Слушайте, у меня вся надежда только на амбала. Ребята, если он сейчас упадет, я не знаю, что будет. Хотя нет. Все-таки мы побили их. Получаем железный сундук. Давайте глянем, что в нем. Ну-ка. Вау, дохлый номер. Так, бабка у меня, значит, сейчас получит повышение. И это меня радует очень даже. Так, ее бы подлечить. Так, отличненько. Я уже забыл, как там этот уровень-то поднимать. Так, вот, значит, бабка. Ага, 100 миллионов всего лишь-то поднять уровень. Какие-то мелочи. Ну что же, пускай она стоит. А эти у меня, ребята, я думаю, сами отхилятся. Тут 54 секунды. А атака будет только через 1,5 минуты. О, шикарно, шикарно мы проапались. Так, здесь у нас тоже надо... Опачки. Подняли, как говорится, уровень. Надо и здесь теперь добивать по полной программе, ребята. Все не так уж... Все, шикарненько. Так, и чем бы нам сейчас, ребятушки, заняться? В принципе, сейчас уже скоро будет нападение на нас. Можно, в принципе, подождать. Размазня, давай быстрее там вставай, хватит валяться. Так, данчивок, мне еще далеко. Эти там сидят. Они все-таки камни. Закрашивают в желтый цвет под видом, что это типа золото. Ну ладно, предположим. Пускай оно так и будет. Эти тут копошатся, амбальчик стоит. Надо как-то вот сюда, ребята, кого-нибудь поставить. Слушайте, а посмотрите, король Мидас. Это же вроде бы у нас
бог золота, или я что-то путаю. Так, мышка, мимо не пролетишь. Нам надо... О, босс. Что там? Что там с боссом? Получить страховку. Ага, вот оно как. Реликвия и какой-то глаз у нас здесь. А реликвия стоит 300 бакинских, ребятушки. А глаз всего 100. Бонус дохода в 16 раз, пока ты в игре. Ага, соточку надо. Блин, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я тут продинамил, ребятушки. Атака лукарей. Так, размазня, ожил, это хорошо. Ух ты, смотрите, не зря я все-таки апал здание. Уже урон ощутимо наносится. Они даже практически не успевают добежать. И размазня их доделывает. Отлично. Деревянный сундук. Ну, в деревянных сундуках, по-моему, только золото, если не ошибаюсь. Да? 4 квадромиллиона там получили всего лишь. Всего лишь как-то пустячок. Так, что мы дальше с вами можем сделать? Вот здесь, а? Кстати, да, максимальная закупка намного лучше, ребята. Она сразу же апает столько, сколько надо. Ну, практически втюхивая все деньги. Вот так вот. Ладно. Мышку опять бомбим. Так, через 1,5 минуты у нас опять же будет нападение. И я вот думаю, блин, слишком медленно у нас идет приток денег. Может быть, в рейде начать рейд. Кто у нас, интересно, здесь будет, а? Давайте посмотрим. Готовимся к рейдовому захвату. Ой-ой-ой-ой-ой, Райан, 800 мощей у него, а у меня-то всего 436. Поехали, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, бабка идет первая. А ну-ка. Ну, этого-то она размазню победит, это однозначно. А вот бабка на бабку здесь уже будет сложнее. Да, тут еще все зависит от того, как они прокачаны у врага. Если, например, моя бабка 6 уровня, а у него, например, 2, то я думаю, что 100% будет победа за мной. Ох ты, ничего себе, слизняк. Оу, не, с одного раза амбалом повалило. Обалдеть, ух ты, и тут бабку накрыли. Ядрить его на корень. Тут еще не легче, дракон какой-то. Вау, он уже жарит. Даже моя размазня даже практически не успела подойти, как он у нее пол хп уже снял. И всего лишь получил ей 5 ключей. В общей сложности 21 из 50. И они у меня сейчас все окажутся на больничной койке, да? Оу, печально, ребята. То есть, если на меня сейчас нападут, а нападут на меня почти через 2 минуты, ладно, у нас есть еще шанс к этому времени успеть отхилиться. Потому что, как вы видите, по 1,5 минуты у каждого. И они успеют к тому времени встать. Так, давайте получим страховку, ребята, а? Так, что это у нас получится из этого? Ну, как обычно, бабенка сейчас сожжет нашу корпорацию, которую мы создали. Нам дадут деньжат. Как я понимаю, да? 129 баксов мне дали. И еще у меня было. Итого у меня 156. Давайте-ка... Нет, на эту нам не хватит. А вот на всевидящий глаз око. Да, вполне. Давайте возьмем 16 раз. Следующий будет 400 стоить. Так, и теперь возвращаемся в подземелье. Ну, естественно, нам придется, наверное, ребята, начинать здесь все заново. Ну, как все заново? У нас все будет. Просто... О, анчевочку получил. Все у нас будет на месте. Просто нам придется заново открывать все залы. Так, ладно. Канцелярия. Бабка там лежит. Кстати, да, смотрите, я когда открыл страховку эту, погасил, воины не нападают на меня сразу. То есть мне дают какое-то определенное количество времени. Вау. Сразу апнул на 5, неплохо. А эту? Отлично просто. И, соответственно, через определенное время оно появится. Так, размазня у меня сейчас отхилится. Отлично. Они, в принципе, у меня все опять встали на ноги. Так что охрана замка у меня, естественно, будет. Так, видите, пока нету этой циферблата о нападении войск. И это хорошо, потому что, как вы знаете,
Бывает, ты открываешь только здание, а на тебя сразу прут армии бесконечные. И, естественно, тебя там разбирают. Но здесь все не так, ребята. Здесь все по-человечески. Дают тебе время на реабилитацию, скажем это так. Ну, а вот и циферблат появился, ребята. Так что время идет. Минута 40 секунд у нас в запасе. Ух, как классно апается, когда это делается групповой закупкой. Да еще тем более по максимуму. Так, единственное, чего мне сейчас не хватает, ребята, это... Это знаете чего? Это проапать своих юнитов. Ну, а чтобы их проапать, естественно, нужно воевать. Воевать либо с канцелярией, либо делать рейды. Ну, для рейдов я пока слабоват. Поэтому придется ждать этих комиссию, которая пойдет буквально через 10 минут. Посмотрите видео. Да нет, у нас пока есть, 2 часа нам достаточно. Смотреть мы пока ничего не будем. На 4х. Тем более довольно неплохое умножение. Это лучше, чем на 2 или на 1. Так. У нас 1 миллиард 207, 208. Ой, даже не успеваю за суммами за такими. Ну, я вам скажу одно, что это все мелочи. Тут хоть триллиарды, хоть квинтиллионы. Это все мелочи, ребята. Для этой игры, поверьте, это ничего не значит. Так, ну что, 36 секунд, и сейчас будет нападение. Мне бы, конечно, бы прапать все здания, но это очень-очень сложно. Очень много денег надо для этого всего. А чтобы деньги шли, нам нужны всякие всевозможные бонусы, усиления, укрепления, ну и, естественно, прокачанные солдаты. Что ты там грустишь, родной? Блин, мне бы дали бы каких-нибудь новеньких бы персонажей. У меня пока кто? Бабка, слизняк, точнее размазня, сундучок и амбал, то бишь четверо. А сколько их вообще здесь? Вот это интересно. Опа, на, вот они, ребята, пошли, давай, бомбим, бомбим их. Не даем им спуску, это пока просто лучники. Отлично, не дошел. Так, давайте следующего, давай. Не трогать мою размазню, размазня у меня и так больная. Вот, все, нормально. Получаем деревянный сундук. Мы их провели, естественно, провели. И что нам тут выпадает? Ну, естественно, 37 триллионов золота. Совсем мелочь. Но зато анчивочку получили, а за нее, соответственно, нам дали алмазик, бриллиантик, точнее. Нет, алмазик, рубинчик, елки-палки. Так, а что, неплохо, ребята, плавильня уже почти прокачанная. Да что такое, мыши? Блин, был бы какой-нибудь здесь маленький лучник, который бы их бомбил. Так, давайте подобьем, 3 алмазика выручим за это. 3 рубина, точнее, что у меня эти алмазы все в голове сидят. Так, отлично. Так, не дойдешь, гад. Размазня, молодец, постарался. Отлично. И опять деревянный сундук. И в нем, как обычно, только деньги. Так ведь? Да, только денежки с него и падают. Так, мышка. И еще одна. 41 триллиард. Триллион у нас, триллион, да. Так, что я могу здесь еще сделать, а? О, Мидаса не открыл. Как же так, я упустил этот момент, а? Итого 500. Как деньги-то быстро текут. Короче, 600 миллиардов у меня. Через 1,5 минуты будет вторая атака у нас. Так, а что я могу еще сделать? Ой, ребята, как кисло. Вы посмотрите, я только один ап сделал здесь. Один квадратик. Все бабки просто туда спустил. Охренеть тут цены, а? Хранилище, блин. Дай-ка забрать, ух ты. Я даже не думал. Опа-на, новый сотрудник. Огонек редкий, плюс прокачка ларца. Вот это радости. Вот это шикарно. Ты правильно говоришь, дракончик. Ну что же, давайте повысим. Ё-моё, шикарно. 3-го уровня у нас дракон. Огонек. Так, и ларец еще мы 3-го уровня тоже сделали. Ха-ха. Ну что же, остается только хорошие новости. Главный босс разрешил нам открыть новый филиал. Мы изучили окрестности и нашли более подходящее подземелье для наших целей. Это как понимать? Что это за новости такие? Что-то не врублюсь немножко. Опачки.
Лейденбург. Ха-ха. Вот тут, ура, новое подземелье. Теперь мы можем нанять новых работников. Быстро перемещайся между подземельями, проводя по экрану пальцем. Ага, ну-ка. Опачки, ребята, у нас два подземелья уже. Так, забираем анчивки все эти. Прикольно. То есть у меня сейчас лесной форт и Лейденбург. Чего там прохрюкала бабка? Или это не бабка была? Не, вроде как бабка. Это получается, что мы будем сейчас развивать сразу два подземелья. Но это с одной стороны хорошо, а с другой-то стороны, ребята, ай-яй-яй-яй-яй. Будет что? Здесь же тоже будет нападение на меня, да? Тогда придется как-то... Так, тут 15 секунд, сейчас будет атака. Придется как-то юнитов-то делить. Ага, тут сначала откройте все отделы в предыдущем подземелье. Ясно. Значит, в Лейденбурге, если я открою все все комнаты, мне даст... О, баба-на-б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 а-
Ух, ну здесь вроде бы как должны все-таки с ними разобраться. Сейчас получим еще деревянный сундук. Тихо-тихо, не трогай, не трогай, размазню. Чуть-чуть бы и померла бы она. Так, и здесь нам, как обычно, достаются... Ах ты, смотри! Дохлый номер нам достался, бабка. Ну ты фартовая. Я хочу тебя срочно прапать. Так, давайте, как она тут у нас на посту поживает. 10 миллиардов всего лишь на повышение. И она у меня по уровню, по ходу, получается самая сильная. Ха-ха. Ну что же. Тут скоро не грех будет сходить и в рейд, я думаю, да? А, да, кстати, я же забыл совсем сказать, что в Лиденбурге же тоже у меня будут атаки. И для этого мне надо будет туда кого-то поставить, чтобы охраняли, хотя бы на первых порах. Так, а у меня кто? У меня есть огонек. А, у меня только огонек и есть, все, ребята, больше у меня никого нету. О, печалька, конечно, будет. Но есть еще один, ребята, вариант. Сделать поджог. Саботаж. И как там его еще назвать? И тогда мы, в принципе, останемся при своем. Плюс мы поимеем денег. Так, что мы здесь можем сделать? Ничего. Там, по крайней мере, атак пока нету. Так что все пучком. Огонек, ну-ка, давай-ка, вставай. Ага, вот он какой у нас. Значит, там был у него огонек, дракон. Ясно, будем знать. Так, а вот сюда-то кого мы можем? Да никого, ребята, у меня все заняты. Все на постах стоят. А что будет, если я здесь вообще никого не буду ставить, а? Что эти рыцари здесь могут сделать? Нагреть меня на бабло? Интересно, а на сколько? Ну, это мы как бы не проверим. Хотя хотелось бы, но рисковать лучше не стоит. Так, каждое прапанное здание дает в совокупности общий доход. Ух ты, рубинчик выпал, это хорошо. Все, ребята, 8 секунд. Сейчас пойдут опять эти ревизоры, или как их там звать. Сейчас будут шуршать по моей территории. Идут. Почему на самой верхней карте так мало отнимается? Всего 10 очков, а? Где справедливость? Ну-ка, вот, вот здесь я понимаю, 38. Это уже кое-что. Тихо, не подходить к размазне, блин. Размазня, держись, братуха, держись. Нет. Не дожил совсем чуть-чуть. Ну, зато мы получаем деревянный сундук. И... Так. Секстиллионы. Слово-то такое выговорить не могу. Не то, что представить, что это за суммы денег. Так, итого у меня 29 секстиллионов. Ядрить его на корень. Так, здесь можно открыть рудник. Плавильню. И сад уже, к сожалению, не могу. Обалдеть, там суммы нужны, а? Ну, смотрите, зато здесь тоже летают мыши и, соответственно, дают мне деньжат. Блин, может быть, саботаж сделать, а, ребят? Я вот не знаю, нам, по идее... Ну, как? Саботаж. Во-первых, надо будет посмотреть, сколько он нам предложит бабла. Долларов. У нас, как говорится, за доллары покупаются артефакты. 2 минутки еще у нас в запасе есть. Размазня у меня еще вполне успеет к этому времени отхилиться.
Но вот юнитов не хватает. Мне бы побольше бы каких-нибудь еще солдатиков. Интересно, а размазня бывает других видов? Ну, вот если я ее там прапываю. Какая-нибудь красная, например, размазня. Так, начать рейд. Да. Ну-ка, и кого там, интересно? Блин, у меня размазня на больничке, а? Черт подери. Без размазни идти плохо. А, тут еще, кстати, ребята, ограничения по юнитам. Я не могу взять всех, кто у меня есть, и идти в атаку. То есть 4 это получается предел. И это, ребята, очень плохо. Если тут есть ограничения, да. Так, ну что у нас тут у босса? У меня 56 есть. За страховку я получу 234. Ой, не хватает мне, ребята, совсем немножко. Тут создать реликвию нужно 300 бакинских. Значит, нам придется еще немножечко здесь поапаться. Так, мышка, иди сюда. Так, через минуту практически у меня будет нападение. Так что ждем. Ждем этих голодранцев и отдубасим их. Ну, я так понимаю, что с каждым улучшением нашего подземелья, соответственно, и враг будет сильнее. То есть сейчас какие-то там замухрышечные лучники идут с пехотой. Ну, один раз мы, естественно, видели с вами конника. А потом, наверное, пойдут и маги, и еще... Во-во-во-во-во-во, началось. Так, ребята, давай. Блин, конник сейчас, чувствую, зашибет. Ого, какой он крепкий. Оу, размазня. Как же мне тебя жаль, а, родная ты моя. Все, погибли, бабуля. Давай нафиг тоже там. Ну, так, бомби. Думаю, сейчас они ее тоже шибанут. Ай-яй-яй-яй-яй, лучник расстрелял ее. Так, этот не дошел у нас лукарь. Ну и этот, я думаю, тоже не успеет дойти. Бам, все, готов. Деревянный ящик у вас. А, железный даже. Оу, это шикарно. И что здесь? Хрустик? Вот таких у нас точно еще не было, ребята. Давайте глянем, что это за хрустик. Какой-то скелет. А почему хрустик? Не грусти, костями похрусти. Так, назначаем. Золотое ускорение к ставке 200%. Полотер, елки ты палки. У нас, да, компашка собралась, блин. Бабка с этой тележкой, скелет с полотер. В общем, все, что надо. Слушайте, интересно, а сейчас мы сможем с вами, например, сделать саботаж или нет? Ага, ребята, вот оно, вот чего я и боялся. Через 1,5 минуты здесь пойдут эти юниты. Придется вот так вот делать. Хотя бы пускай стоит хрустик. Или же все-таки делать саботаж? Блин, я даже не знаю. Можно было бы, в принципе, если бы у нас хватало бы деньжат. Точнее, за 300 баксов я бы, конечно, бы все это продал. И у нас было бы какое-то определенное количество времени на отстройку нового подземелья. А возможно, даже на открытие следующего. Так, рубинчик. 35 рубинов. Это хорошо. Бабуля лежит. Отдыхает у нас. Хрустик у нас все пучком. Блин. Да, размазня у меня всего 2 уровня, ребята. Поэтому его так быстро и разносят. Да, будь он 5 или 4, я думаю, он бы дал бы отпор. Хотя, как вы видели, он так, в принципе, неплохо стоит. 30 секунд, сейчас пойдут голодранцы. Ё-моё. Блин, что же делать, а? Неохота проигрывать. Хотя я не знаю, чем это чревато. Ну, дойдут они до низа, и что? Может быть, к боссу рвануть, а? Черт его знает. Ладно, сейчас посмотрим, как у меня вообще этот хрустик дерется хотя бы. Давайте апать помаленьку, потихоньку, полигоньку. Мне бы чем больше сундуков, кстати. О, воу, пошла, братва. Так, атакуем. Так, а здесь сколько у нас? 15 всего урона, ё-моё, чё так мало? Опа, неплохо ты припечатал шваброй ему. На, половой тряпкой в рожу. И ещё получи. Нравится? А, смотри, там мускулы свои показывает. Язык в конце, когда сдох. Так, деревянный ящик. Ух ты! Новый сотрудник, урезатель. Ребята, это что такое? Что за урезатель еще, а? Так, ну-ка давайте его сюда поставим. Посмотрим, кто это такой. Золотое наследство при нокауте. Ему ты получаешь золото. Ага. А, ребята, помните, да, мы нападали когда в рейде?
такой чувак стоял. А почему его назвали урезатель? Сад? Неужели из-за того, что он стоит с ножницами? Поэтому его назвали урезатель. Он, наверное, любит урезать зарплату людям. Так, что здесь? Ну, все, пока здесь у нас нормально стоит. 4х, еще полтора часа у нас будет умножение. Единственное, я не вижу, где мы вот этот глаз проапали. Око-то это всевидящее. Где от него эффект? Непонятно, конечно. Так, ну что, дохлый номер. Нужно больше найти двойников. А где же мне найти-то этих двойников, а? В каких трущобах? Через минуту будет еще одно нападение. Незадача, ребята. Хотя в этом подземелье я, в принципе, вполне спокоен. Но вот за второе свое в Лединбурге, конечно, будет хреноватенько. Да. Может быть, подпалить? Ёлки-палки, посмотрите ценник. Какой здесь стоит ценник? Хотя почему-то здесь нету, ребята. Смотрите, опять пропало куда-то это колесо с таймером. Ха-ха. Хотя мы совсем уже недавно все это забомбили. Так, ладно, давайте, ребята, наверное, получим страховку. Как раз у нас деньжата это позволяет. И купим с вами потом реликвию. Давайте. Ну, бабенка, иди и делай пожар. Ну, а мы с вами купим реликвию. И, кстати, что реликвия там нам даст? Чик-чик-чик-чик, подожгла и смылась. Ладно, это мы как-нибудь переживем. Зато у нас 300... Ого, 359 баксов. Ну-ка. Какие-то новые постоянные... Ага, банк бонсай. Все-таки денежные деревья существуют. Бонус в 18 раз увеличен, пока я нахожусь в игре. Че же, ребята, неплохо, я считаю. Даже какой неплохо, даже очень хорошо. Так, давайте открывать все заново. Тут у нас анчивочки сделались. Так, мышка, иди сюда. Так. Кстати, да, вы заметили, что эти реликвии можно еще и проапывать. То есть у нас получается всевидящий этот глаз, всевидящее око уже второго уровня. Дерево бонсай первого, ну, мы его только открыли. Так что все еще это впереди. И я даже боюсь представить, какой здесь предел в плане денег и вообще. Ждем, когда у нас апнется салон, ребята. Осталось немножко. Отличненько. Все идет хорошо. Денежки текут, но правда что-то очень медленно. Хотя у нас, ребята, здесь не забывайте, сейчас бонусы и артефакты действуют. Плюс 4х умножение. А, ну у нас здесь не проапано еще. Что я говорю-то? У нас еще улучшать и улучшать надо. Так, отлично. Мышки дают золото, и это хорошо. Но не хватает еще немножко стимула, ребятушки. Совсем чуть-чуть. На карман взяточку какую-нибудь. Так, Мидас. Отлично. В особо крупных размерах, я думаю, мы бы здесь бы все, ребятушки, с вами проапали. Да, ну, немного здесь, конечно, зависит от апов. Так, что? Не хватает золота? Ага, ребята, 69 квадромиллионов нужно. Вы представляете такие суммы, да? Квадромиллионы. Я лично нет, не представляю. Это очень и очень много. Хотя, в принципе, с одной стороны, нам, ребята, даже, может быть, и не стоит пока открывать эту карту, пока мы, например, свою вот эту первую основную не проапаем полностью. Да? Есть же в моих словах логика? Я думаю, что есть. Ну, логика логикой, а игра игрой. Такая недовольная кислая мина сидит. Ей волосы расчесывают, а она еще что-то недовольная. Так, крепыш... Урезатель. А, урезатель у меня пока не стоит нигде. Вот будешь у меня здесь находиться. Да, я думаю, в этом все-таки, ребята, есть смысл. Так мы с вами и поступим. Поставим их всех в своей вот этой вот, ну, в своем первом подземелье. Второе мы пока трогать не будем. А когда, например, здесь уже все разовьем, раскачаем. Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Подожди, по-моему, идут. Идут архаровцы. Так, размазня, держись там у меня, сейчас будут тебя кумарить. Хотя, может быть, даже и не будут. Смотрите, как классно я их уничтожаю. И мы получаем деревянный ящик, ребятушки, деревянный ящик. Ну-ка, дайте что-нибудь хорошего, а. А-тя-тя-тя, только деньги, ребята, только золото дают.
Блин, а я уже Любешкер скатил, думал, может быть, кого-нибудь из юнитов. А еще прекрасно было бы, если бы какого-нибудь новенького, мощного. Помните, когда мы были с вами в рейде, мы видели там какую-то слизню, типа как медузы. Потом вроде бы все, остальных мы уже поимели. Может напасть, а, ребят? Давайте вот так, ну, смотрите-ка. Пятеро. Давай, поехали. Готовимся к рейдовому захвату. Подземелье. Да ну нафиг, ребят, да куда так мощно-то? Ё-моё, ну-ка, бабуля, давай. Так, слизнюка моя пошла. Так, давай посмотрим, кто кого. Ух, как он бабку мою при... Нет, бабка вырулила. Ну, кстати, амбальчик вот этот довольно неплохо бегает. Он практически опережает всех. Так, ну-ка, накумарь эту бабулю. На, а ты посмотри, они вдвоем отдуплились. Как же так? И у меня остался Ларчик и Размазня. Да хорош, успокойся, дракон. Ёлки-ты-палки. Вы посмотрите, какой мощный дракон, однако, ребята. Мы... Ага, мой дракон идет. Так. Ух ты, а там еще ядрить у него на каждом этаже какой-то... Блин, можно кликать? Если бы я знал, что можно кликать, я бы уже давным-давно бы... Ага, ларец-то не так прост. Вы посмотрите, ребята. Я у него пока отнял... Нет, все-таки мы проиграли. Да, проиграли здесь. Я получаю 4 ключа. Galaxy Meo. Да, победил он меня, а я проиграл. Наверняка он отхватил себе этих ключиков по обороне. А у меня по нападению всего 25 ключей. Мне еще нужно столько же. Менеджеры. А что это за текущий... Клерики, это что такое вообще? Плюс 5, плюс 10. Странно как-то. Даже непонятно, если честно, что это там такое было. Клерики. Хм. Ну, я думаю, можно будет в дальнейшем-то, конечно же, разобраться с этим делом. Ну, это, разумеется, если вам эта игра понравилась. Так что пишите в комментариях или ставьте лайки, я в этом убежусь лично. Ну, а на этом, ребятушки, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях, в следующих новых видосиках. Так что ждите. А на этом все. Всем пока и удачи вам, ребята. До скорых встреч.